Это я пуховик на зиму искал, если что, и все еще ничего не нашел, поэтому сегодня расскажу вам про один новый сервис подбора одежды. И да, это рекламный ролик, но вы знаете, как редко на каналах появляется реклама, потому что я реально не буду продавать вас всяким пальшопом, а тут штука реально полезная. И нет, вам ничего не нужно будет покупать по ссылке в описании. Привет, это я, меня зовут Артем, и сегодня расскажу вам про вещь, которую мы с вами давненько ждали. Это приложение для подбора одежды. По крайней мере, я ждал, потому что скроллить все вот эти вот Farfetch, Yox и Asos с бесконечным количеством приложений, это просто с ума сойти можно. ChoiceFit. Приложение называется ChoiceFit. Наверняка кто-нибудь о нем уже слышал. Буквально на днях оно запускается в России, поэтому расскажу вам, почему стоит на него вообще посмотреть. Во-первых, ChoiceFit подбирает образы, которые идеально подходят именно вам. И да, в этой фишке нет никакой уникальности, потому что есть куча приложений и сервисов, которые уже помогают подбирать одежду, но ChoiceFit умеет не только показывать, но и ссылочки вам дать на то, где все это можно купить прям там в приложении. При этом само приложение ничего не продает, оно просто отправляет вас ссылкой куда-нибудь в H&M, Zara или на Farfetch маржаловскую курточку купить. Там вообще на любой вкус, цвет и кошелек. И если одеваетесь в масс-маркете, если не одеваетесь в масс-маркете или любите mix and match, короче, вообще куча вариантов. Во-вторых, никаких специально поставленных супер продающих фотографий, знаете, как вот это вот Zara любит вот это вот все фотографировать. Маркетологам брендов это, конечно, покажется чудовищным, но у сервиса нет задачи продать вам конкретно эти штаны или эту куртку, потому что ChoiceFit подбирает вещи специально для вас, которые будут сидеть так же круто или даже круче, чем на моделях с этих самых съемок. Вы просто Робин Гуд в мире фэшн. Третье и самое интересное, вы сами можете заработать на Choice. Тут с маркетологами вздрагивают модельные агентства, потому что ребята просто игнорируют все эти дела и позволяют нам с вами быть моделями в их же приложении. Вы просто скачиваете приложение, регистрируетесь, заходите в пункт с задачами, смотрите, какие задачки там нужны, может быть, фоткать что-то в стиле преппи, может быть, какой-нибудь милитари или casual или что-нибудь вроде того. Выбираете задачку, которая вам понравилась больше всего, фоткаете это в популярном масс-маркете, и все, деньги будут вашими. Я надеюсь, даже трех пунктов хватит понять, почему я в принципе согласился снять ролик про это приложение, но и это тоже не все. Есть и еще один четвертый пункт. ChoiceFit подбирает для вас образы с помощью нейросети, которая учитывает там ваши предпочтения, вкусы, фигуру, рост, вес и все-все-все прочие параметры. И тут ребята из ChoiceFit на самом деле даже мне честно признались, мол, не жди, что это будет работать хорошо с первого раза. Потому что, очевидно, это нейросеть, и ей нужно время, чтобы узнать твои интересы. Так что лайкайте то, что нравится, и в следующий раз приложение обязательно покажет что-нибудь реально классное. А еще Choice показывает параметры моделей, поэтому можно вообще без проблем понять, сядет ли на вас вот этот пуховик, комбез или платье какой-нибудь. Тут ChoiceFit вообще убивает офлайн покупки напрочь. Ну и последний пункт. Если вдруг вам нужен лук для какого-то необычного события или мероприятия, или у вас где-нибудь дресс-код, там на Новый год что-нибудь нужно купить, то, пожалуйста, просто заходите в поиск, выбираете нужный фильтр, и там есть уже готовый подбор. Вам даже голову ломать не надо, что и где покупать. Ну что, ребят, хоть мне за это и проплатили, но ChoiceFit — это реальная штука, о которой не стыдно рассказать вот в таком ролике, поэтому я очень надеюсь, что вы перейдете по ссылке в описании, скачаете это приложение и будете им пользоваться с удовольствием. Еще раз напоминаю, ни за что платить не нужно, просто скачивайте приложение на телефон, и все. А еще по старинке не забудьте подписаться на мой канал, поставить лайк, оставить какой-нибудь приятный комментарий, и про мой инстаграм тоже не забыть. Скоро увидимся, пока!